Ролик номер два про магазин трейлеров «Домов на колесах». Эта моделечка чуть подешевле будет. Сейчас мы сравним ее, чем она отличается. Хотя, по-моему, тоже кожа здесь. Здесь тоже кожа. А это сколько стоит? 250. 250, на 50 тысяч дешевле. Да. А, ну здесь, конечно, дерево попроще. И за 100, и за 50, и за 28. И дерево здесь. Ну, хотя нет, ты знаешь, здесь тоже все круто. Это что, телевизор здесь флэт? Да, ух ты. Ага, и холодильник здесь, и санузел, и душевая кабина здесь. А, они совместили здесь туалет вместе с душевой кабиной. И вот здесь у нас спальня. И все это двигается и раздвигается. А, и в спальне еще даже здесь рукомойничек есть. Шкафчик для одежды. А, стиральная машина. Обалдеть! В трейлере стиральная машина. Лопни мои глаза. А это что такое? Что-то не могу понять. На. Ну да. Я просто в шоке. И вот такое вот управление, как в автобусе. Да еще здесь видео и все навороты. И даже подставочки тут всякие разные тут. И лампочка тут с подсветочкой. Кожа, да, хорошая кожа, блин.